Здравствуйте, Алексей, это телеграм-канал «Поволжский Ньюс». Такой вопрос по обмену пленными. Очень коротко. По обмену пленными мы подали все списки 18 июля еще и ждем, чтобы они отреагировали, соответственно. Россияне не реагируют, несмотря на то, что Украина, ОБСЕ, Франция и Германия постоянно подчеркивают необходимость произвести обмен гуманитарный до конца года, желательно. Это наше предложение. Ждем ответа российской стороны, мяч на российской стороне. Фактически сейчас уже под срывом получается обмен до Нового года. Проблематизирован. Но Россия, посмотрите, что она исполняет на уровне ООН, как бы, да, они в принципе проблематизируют нормандский формат. Поэтому мы внесли все свои предложения еще 18 июля и каждый месяц подаем в один и тот же день. ОБСЕ за нас, Франция, Германия за нас. Они поддерживают это предложение и просят, чтобы Россия отреагировала, и мы обменяли эти пленные. Россия пока никак не реагировала? Пока не реагирует никак. Что со встречей Ермака с советниками и также встречей лидера нормандского формата? 13-го было последнее заседание политических советников. На нем оговариваются, что, возможно, до Нового года будет проведено еще одно. Пока точной информации нет.